Александр Савилов впервые был представлен правительству Мордовии в октябре 2016 года. Тогда на заседании Кабинета министров о нем и узнали, как о человеке, отвечающем за подготовку объектов и организацию мероприятий в городе-организаторе Саранске. Тогда все внимание руководства республики было приковано к будущему чемпионату мира по футболу. Александр Савилов представлял федеральный центр, при этом уже имея опыт подготовки их к не менее грандиозным по размаху Олимпийским играм в Сочи. Он закончил Новосибирский государственный технический университет. За его плечами около 15 лет управления крупными проектами. В Саранске он побывал на всех объектах, каким-либо образом задействованных в чемпионате. Таким образом, с наследием Владимира Киреева, которого, предположительно, он сменит на посту министра спорта, знаком не понаслышке. Александр Савилов активно делится своими впечатлениями от увиденного в социальных сетях. Сотни фотографий позволяют проследить путь этого человека, а откровенные комментарии понять, как он воспринимает те или иные события. Это касается и Саранска, и России в целом. Общий настрой всех размещенных фото всегда позитивный. Еще одна отличительная черта – Александр Савилов благодарит всех людей, кто трудился вместе с ним над общими проектами. Как, например, это было с чемпионатом мира по футболу 2018. Волонтеры – вот это настоящие герои чемпионата мира. То есть это уже факт, это свершилось, это есть. И, как говорят наши коллеги из FIFA, no volunteers, no World Cup. То есть без волонтеров нет Кубка мира. И это правда. То есть это правда. Безусловно, команда организаторов играет огромную роль, но волонтеры – это такие же организаторы. Александр Савилов может оказаться не единственным и не основным кандидатом на пост в новообразованном министерстве. Анонимные источники в этом контексте называли и Алексея Немова, и Алексея Мишина, и даже Ольгу Каниськину. А вот о дальнейшей чиновничьей судьбе Владимира Киреева пока официальной информации нет. Евгений Волков, «Наши новости».